Трилогия «Крестный отец» — это признанный шедевр мирового кинематографа. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола совместно с автором романа Марио Пьюзо сумел создать из локальной истории об итало-американцах объемную сагу, которая запоминается своей откровенностью, непредсказуемостью. Майкл, а почему шторы открыты? И жестокостью. Мэри, прошу тебя! Поглаже! Быстрее, быстрее! Сегодня, спустя 50 лет, «Крестный отец» до сих пор остается частью нашей культурной жизни, а цитаты из этого фильма стали культовыми. Как же это удалось? Отец сделал ему предложение, от которого тот не мог отказаться. Сюжет «Крестного отца» находит отражение в других современных произведениях. Их объединяет общая идея. В центре сюжета герой, который не собирался вступать в преступный мир, но в итоге стал его частью. На канале мы уже разбирали несколько гангстерских фильмов, но коллекция этих разборов не будет полноценной без «Крестного отца». Тем более, разборов как таковых на Ютубе и нет. Однако, «Крестный отец» в этом ряду будет стоять обособленно, потому что жизнь Майкла Корлеоне, который станет центральной фигурой разбора, не похожа на жизнь других гангстеров. С самого начала Майкл не хотел иметь дело с семейным бизнесом, однако позже стал его главой. Всю жизнь Майкл будет пытаться сделать бизнес семьи законным, но у него не получится сделать это до конца. Но зачем вообще анализировать фильмы о гангстерах, если их жизнь так далека от нашей? Целесообразно ли распространять наблюдения о персонажах из кино на нашу жизнь? Ответ определенно да. Конечно, в художественных произведениях есть доля выдумки авторов, но изначально идеи произведений базируются на жизненных наблюдениях, которые находят свое отражение в персонажах. Авторы просто не могли бы создать реалистичных героев, которым можно было бы сопереживать, если бы они не вдохновлялись жизнью. При просмотре этого разбора постарайтесь не только поразмышлять о самом фильме, но и подумать, что вы можете взять из него для себя лично. Тем более, что в «Крестном отце» поднимаются важные для многих из нас темы. В фильме авторы рассуждают о семье и наследии, моральном выборе, межличностных отношениях и лидерстве. Майкл Корлеоне на своем жизненном пути принимает ряд трудных решений, которые становятся судьбоносными не только для него, но и для членов его семьи. Его жизнь напоминает хождение по замкнутому кругу, который он сам себя загнал. Главная проблема, которая мучает Майкла, состоит в том, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему, но каждый раз что-то ему мешает. В какой момент Майкл вступил на путь жестокости и помогла ли она ему стать эффективным лидером? Что мешало Майклу измениться? Удалось ли ему разорвать этот замкнутый круг его жизни? Давайте начнем искать ответы на эти вопросы. Изначально в английском названии Shutter Island. Shutter Island. Алло, да. Привет, тоже читаешь комментарии? Ну как так? Да слушай, ну ты же знаешь мои отношения с английским. Понимаю, но ты же вещаешь на большую аудиторию. Пойми, английский сейчас нужен просто везде. Пора бы исправлять это дело. Да я-то понимаю, но все никак не могу себя заставить. А заставлять и не надо. Это ты со школы думаешь, что нужно сидеть и зубрить английские слова. А сейчас его можно потянуть гораздо интереснее и быстрее. Это как? Я недавно нашла онлайн-школу английского Wall Street English. Суть в том, что помимо того, что ты занимаешься самостоятельно на платформе, ты можешь проходить практические живые занятия с преподавателями. И фишка в том, что они являются живыми носителями языка. И на этих занятиях ты сможешь общаться с другими студентами, которые проходят обучение по всему миру. Ну а если мне и этого недостаточно? Ну, ты же любишь сериалы? Вон, фильмы анализируешь. Там можешь делать то же самое. Школа сняла свой собственный сериал, по которому можно учить английский. Удобно еще и то, что не обязательно сидеть перед компьютером всегда. Поехал куда-нибудь, появилось время, обучился. Перерыв на работе, переключился на обучение. Ну а как понять, что для моего уровня мне подберут то, что нужно? Вдруг там для более высокого уровня обучения. Не переживай. На сайте Wall Street English есть онлайн-тест. Проходишь его, и тебе подбирают индивидуальную учебную программу по уровню знаний. Понял. Слушай, ну, я думаю, весь наш разговор сейчас будут слушать зрители. Если вдруг для них это тоже актуально,
Как мне их еще дополнительно замотивировать записаться в эту школу? Тогда им то же самое время пройти тест и получить 40% скидку на обучение. Просто оставь ссылку в описании. Так и сделаю. Еще раз спасибо. Да не за что. Только давай больше без этих Исландов. Ну пусть тогда меня теперь смотрят и попробуют подловить. При просмотре всех частей трилогии мы можем отследить жизненный путь Майкла от рождения до смерти. Чаще всего Майкл ведет себя отстраненно. Он находится в кругу семьи, но при этом держится в стороне. Это отстранение имеет эмоциональную подоплеку. С детства преступная природа бизнеса пугала Майкла гораздо больше, чем его старших братьев. Чтобы не испытывать страх, Майкл предпочитает отключить эмоции. Своим эмоциональным отстранением Майкл ясно дает понять, что не хочет иметь дела с криминальным бизнесом. Майкл выстраивает свой жизненный путь самостоятельно, при этом стремится свести влияние семьи к минимуму. Ощущение отстранения становится привычным для Майкла, и вскоре мы убедимся, что оно не пойдет ему на пользу. Индивидуализм Майкла приводит к взаимным обидам. Майкл злится на семью за то, что она пытается решить его судьбу. У отца на твой счет планы. Мы с ним не раз обсуждали твое будущее. Ты обсуждал с отцом мое будущее? Да. Семья, в свою очередь, обижается на Майкла за то, что он принимает решение единолично и ни с кем не советуется. Если не считаешь, что ты не бросишь колледж и не пойдешь в армию. Я это сделал. Записался в морскую пехоту. Майки, но почему ты с нами не посоветовался? В этом конфликте видится не только противопоставление Майкл-семья, но и противопоставление двух культур – американской и итальянской. Согласно типологии культурных измерений Хофстеде, культуру можно разделить по принципу индивидуализм – противоположность коллективизму. Американской культуре в большей степени, чем итальянской, свойственен индивидуализм, то есть отделение от группы, постановка личных целей и защита частных интересов. Эти черты мы наблюдаем у Майкла. В итальянской культуре и в семье Корлеоне мы видим стремление к коллективизму. Это принятие совместных решений, постановка групповых целей, соблюдение традиций. Несмотря на то, что все дети Вита Корлеоне были рождены в США, только Майкл выстраивает свою жизнь как законопослушный американец, то есть легальным путем, через образование и армию. В дальнейшем бизнесе он будет действовать не как итальянец в Америке, а как американец с итальянскими корнями, который постепенно знакомится с итальянской культурой и традициями. Американский образ жизни для Майкла приравнивается к законности, а сицилийский – к беззаконию. Когда Майкл побывал на Сицилии, он увидел, что мафия полностью поглотила это место. С одной стороны, мафия помогала слабым и неимущим, но с другой стороны, она подчинила себе законную власть и установила свои порядки. Майклу кажется, что то же самое произойдет и с США, если бизнес отца будет расти. Пока Майкл еще не столкнулся с коррумпированными полицейскими и чиновниками, поэтому он верит в закон и справедливость. Майкл хочет занимать легальную должность. Как ни странно, Майкл взгляды совпадают с ожиданиями, которые на него возлагает отец. Я всегда отказывался плясать под дудку больших шиш. Я не прошу прощения, это моя жизнь, но хотел, чтобы в свое время ты стал одним из тех, кто в эту дудку дует. Сенатором Корлеоне. Губернатором Корлеоне. Как ты это... Очередным пиццинованты? Из всех сыновей самым дальновидным и способным Вита считал Майкла. Он хотел бы в будущем перенести бизнес в легальное поле и знал, что это может сделать только Майкл. Поэтому, несмотря на статус аутсайдера в семье, Майкл занимал особое положение, даже более выгодное, чем его братья. Мысли отца совпадали с желаниями Майкла. Это дало Майклу внутреннее ощущение, что отец одобряет его действия. В глазах братьев он был отщепенцем, но в глазах отца он все делал правильно. Отец верил в Майкла больше, чем в старших сыновей. Майкл не участвовал в бизнесе, и долгое время это спасало его от потенциальных опасностей, с ним связанных. Из-за этого Майкл чувствовал себя неприкасаемым. Для Вита было важно, что из всех сыновей больше всего характера на него похож Майкл. В начале первой части трилогии это действительно так. Позже Майкл займет место Вита и станет крестным отцом. Но несмотря на сходство, Майкл будет совершенно другим лидером. Действительно ли Майкл так сильно похож на отца? Действовал ли Майкл так же, как его отец? Или он избрал другие методы? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте проследим пути становления Вита и Майкла. Рассмотрим, какие жизненные обстоятельства и мотивы привели к тому, что каждый из них стал доном.
Витто Андолини родился на острове Сицилия. Уже тогда там царили преступные порядки. Когда Витто было 9, его отца и брата, а затем мать, убил Дон Чичо. Опасаясь кровной мести, Дон Чичо собирался убить и Витто. Но ему удалось сбежать. Над Витто нависла смертельная опасность, которая вынудила его отправиться в другую страну. У Витто не было ничего. Он остался без семьи. Даже его имя у него отняли. Как тебя зовут? Твое номер. Витто Андолини из Корлеоне. Корлеоне. Витто Корлеоне. Из-за этих обстоятельств с самого детства, чтобы обеспечить себя и защитить свою семью, Витто должен был искать пути выживания в одиночку. Другой человек на его месте, возможно, не сумел бы в таких сложных обстоятельствах многого добиться и сдался бы. Но Витто обладал внутренним стержнем и развитым чувством ответственности, которые подкрепляли его желание создать прочную семью. В 18 лет Витто устроился на работу, женился и завел первого сына. Майкл родился в США в большой и богатой семье, поэтому сразу мог позволить себе делать то, что хотел. С этой точки зрения у Майкла по сравнению с Витто было больше свободы и возможности думать не об интересах семьи, а о своих собственных. У Майкла не было необходимости нести за кого-то ответственность, ведь этим занимался отец. И в жизни Витто, и в жизни Майкла привычный уклад изменился, когда было совершено первое убийство. В квартале, где жил Витто, человек по имени Фанучи наживался на честных людях и на преступниках, собирая с них налоги, которые сам же наложил. Витто это не касалось, и он не вмешивался в это ровно до того момента, пока Фанучи не перешел дорогу ему лично. Из-за Фанучи Витто остался без работы в лавке, а ее владелец взял на работу племянника Фанучи. К тому же был обязан платить ему налог. Поборов от Фанучи не избежали и друзья Витто. Фанучи все боялись и не могли дать ему отпор. Витто понимал, что если один раз дать слабину, поборы будут продолжаться. Деятельность Фанучи по сути своей преступна, поэтому чтобы победить его, нужно также использовать преступные методы. Было бы бессмысленно обращаться в полицию. Витто решает убить Фанучи. Витто защищал себя, свою будущую жизнь, семью и друзей. И мстил за то, что остался без работы. Но также он видел, что люди не хотят иметь дело с Фанучи, но не знают, как избавиться от него. Витто проявил себя как лидер и откликнулся на зов группы. И группа приняла его. Личная и общая выгода соединились. Семья Витто окрепла и оказалась в безопасном положении. А в своем квартале Витто заработал авторитет, который потом перерос во власть. Витто не ставил перед собой цель получить могущество и стать доном, но он дал жителям квартала свободу, и они были ему за это благодарны. В отличие от Фанучи, Витто не смотрел на людей свысока и не требовал от них того, что ему не принадлежит. Он проявлял сострадание ко всем, кто к нему обращался. Он оказывал услугу и взамен также получал услугу. Если я могу тебе чем-то помочь, приходи, мы все обсудим. Но в случае Витто такой обмен нельзя назвать исключительно холодным расчетом. Так Витто проявлял искреннее уважение. Если ему оказывали услугу, он был готов предоставить услугу в ответ. И делал он это не потому, что не хотел оставаться перед кем-то в долгу, как, например, Америго Бонасера не хотел оставаться в долгу перед Доном. Ты никогда не желал моей дружбы и боялся быть у меня в долгу. Витто делал это с целью укрепить взаимоотношения и расширить связи. Такие отношения стали прочным фундаментом для распространения власти и положительной репутации Дона Витто Корлеоне. Преступление, как это ни странно, помогло Витто завоевать всеобщее уважение. Подробный выпуск об уважении и его важности вы можете посмотреть, кликнув вот тут, либо перейти по ссылке в описании. Недавно делал такой ролик. После покушения на Витто между преступными группировками развязалась война. Люди Солотца стреляют в Дона, так как он, по их мнению, стоит на пути к их богатству и не хочет делиться ценными связями, чтобы помочь другим семьям расширить бизнес в сфере торговли наркотиками. И пока остальные члены семьи думают о бизнесе, Майкл единственный, кого беспокоит безопасность отца.
Военный опыт Майкла помогает ему найти выход из ситуации гораздо быстрее, чем опыт ведения бизнеса других членов семьи. А в такой напряженной ситуации скорость принятия решений крайне важна. Майкл лучше других знает правила ведения войны и понимает, что противник не упустит возможности воспользоваться слабостью Дона. В семье принимается коллективное решение убрать Солодца. Сделать это должен именно Майкл, так как в других семьях знают, что он не участвует в бизнесе и думают, что на него будет легче оказать влияние. В этот момент вся семья нуждается в Майкле, и он откликается на ее зов. При этом он намеревается убить не только Солодца, но и полицейского Макласки, который тоже будет на встрече. Убив Солодца и Макласки, Майкл решает сразу две задачи. Во-первых, он отстаивает право семьи продолжать заниматься бизнесом в момент слабости лидера. Во-вторых, он мстит. Мстит Солодца за покушение на отца. Мстит Макласки за публичное унижение. И хоть сам Майкл утверждает, что совершит убийство из стратегических мотивов... Так что ничего личного, Сонни. Только бизнес. В этом убийстве доля личных счетов Майкла гораздо больше. Неоднократно он будет лгать и совершать поступки, которые не соответствуют его словам. Думаешь, что я сделал свою сестру вдовой? Это правда? Нет. После первого убийства Майкл пока еще не встает на путь жестокости. В этот момент он думает, что оказав помощь семье один раз, больше этого делать ему не придется. Но события, предшествующие убийству, зарождают в Майкле изменение его взглядов. Майкл впервые видит отца слабым и беспомощным. Майкл осознает, что правление отца не будет длиться вечно, и что в будущем семью ожидают трудные обстоятельства. Столкнувшись с коррумпированным полицейским, который предал отца и продался за большую сумму денег Солодцу, Майкл постепенно теряет веру в закон, который раньше был его опорой. Я не уйду, пока вы не вернете охранника в палате моего отца. Фил, забирай его. Сколько турок тебе заплатил, чтобы ты подставил моего отца? Обстоятельства первого убийства Вита имеют множество сходств с обстоятельствами первого убийства Майкла. И в том и в другом случае в мотивах убийства есть личная месть. К тому же, убийства продиктованы самозащитой. Вита понимал, что Фанучи не даст никому покоя, поэтому лучше избавиться от него раньше. Майкл понимал, что Солодца и его люди не остановятся, пока не убьют Вита и всю семью Корлеоне. Эти убийства были неизбежны. Таковы правила мафиозной игры. Вопрос только в том, кто убьет раньше. И Вита, и Майкл, совершив убийство, проявили лидерские качества и откликнулись на зов группы, которая нуждалась в их помощи. Но есть одно важное отличие. Вита только начинал строить свою жизнь. Смерть Фанучи помогла ему завоевать уважение в квартале и наладить полезные связи. Майкл находится в более трудном положении. Его задачей было продемонстрировать намерение семьи Корлеоне продолжать бороться за авторитет и влияние. Майклу нужно было действовать жестче, и права на ошибку у него не было. Из-за этого о налаживании связи не может быть и речи. Война между пятью семьями обострилась. Майкл пошел на убийство осознанно и внутренне объяснял себе мотивы так. Я убиваю, но есть люди, которые поступают еще хуже, и я убиваю плохих людей. Том, подожди, речь идет о копе, торговце наркотиками. Речь идет о бесчестном копе, который участвует в вымогательствах и заслужил наказание. Убийство – это в любом случае проявление жестокости. И не всегда, даже в преступном мире, является выходом из ситуации. Но Майкл сам себя убедил в его необходимости. Я любил своего отца. Поклялся, что сам не буду таким, как он. Но я любил его. Ему угрожала опасность. Что я мог сделать? Это научило его, что в напряженной ситуации нужно убивать первым, чтобы не быть убитым раньше. Вита, так же как и Майкл, пойдя на убийство, проявил жестокость своего характера. Но в отличие от Майкла, в Вита одновременно сочетается жестокость и умение сопереживать. В основу его бизнеса легли сострадание и уважение. Майкл получает этот бизнес в наследство, и ему нужно его сохранить. Но наследство приходит в момент, когда семьи находятся в состоянии войны, и речь идет не о поиске союзников, а об устранении соперников. В глазах Майкла все желают его отцу смерти, поэтому для него все вокруг враги. После совершения убийства Майкл отправляется на Сицилию. Он выполнил свой долг по отношению к семье и теперь скрывается, но надеется вернуться позже, чтобы восстановить отношения с Кей и создать семью. Майкл вновь чувствует отстранение к семье, потому что верит, что бизнес теперь может снова продолжать существовать без него, как это было раньше. Майкл стремительно влюбляется и женится. Свадьба проходит согласно сицилийским традициям. Однако для Майкла эти отношения скорее вспышка. В эпизоде на Сицилии любовной линией является
является побочной. Важно, что благодаря жизни на Сицилии у Майкла появилась возможность познакомиться с культурой и традициями его родины, выучить итальянский язык и узнать больше о корнях и истории происхождения отца. Майкл сталкивается не только с законопослушными людьми, но и с местной мафией, и начинает лучше понимать ее правила. Иными словами, на Сицилии Майкл проходит некий обряд инициации. Знания, приобретенные там, повлияют в будущем на его метод ведения бизнеса. И самое главное, Сицилия окончательно развеет иллюзии, которые питал Майкл. Сначала Майкл узнает о смерти старшего брата, который возглавил семью вместо Вита. Его смерть означает, что семья снова осталась без лидера. Брутте нотиции. Della medica. Tuo frate Santino. L'hanno ammazzato. Затем происходит то, чего Майкл никак не ожидал. Где Аполлония? За рулем должен был оказаться Майкл. Теперь он не может больше считать себя неприкасаемым, как раньше. Сейчас семья нуждается в Майкле как никогда, и он решает вернуться и занять свое место. Майкл снова готов служить своей семье, но на этот раз уже навсегда. Семье Корлеоне нужен лидер. Майкл откликается на зов семьи и принимает на себя эту ответственность. Выходит, что Майкл упорно отстранялся от семьи, затем на время возвращался к ней, снова уходил и снова возвращался. Майкл одновременно и близок к семье, и далек от нее. Последствия применения подобной модели поведения в дальнейшем будут проявляться на отношениях Майкла с его семьей, когда у него и Кей появятся дети. Он будет делать все, как он думает, ради своей семьи, но результатом станет не сближение, а отдаление. Но об этом чуть позже. После смерти Вита Майкл теперь уже точно становится главой семьи, Доном Корлеоне. Он начинает свой путь с уже знакомого ему метода – убийства, в котором и личных мотивов гораздо больше, чем мотивов, связанных с бизнесом. Когда семья Корлеоне находится в слабом положении, в момент передачи власти, Майкл точно знает, что главы других семей снова захотят этим положением воспользоваться. Как новый глава семьи и наследник Вита, Майкл мог бы хотя бы попытаться договориться с другими семьями, учитывая то, что Вита уже пошел на уступки ради прекращения войны. Позвольте сказать, что я клянусь душами моих внуков, что первым не нарушу мир, который мы здесь заключили. Однако Майкл такого слова не давал и выбрал другой путь. Избавиться от всех, кто прямо или косвенно представляет для него опасность. Для Майкла нет исключений. Всех людей извне он воспринимает как враждебную силу. Представление Майкла иметь такие ценности, какие имел его отец, то есть рассчитывать на сострадание и уважение других, это слабость, а не сила. Система ценностей Вита для Майкла несовершенна. Но именно на сострадании и уважении и основывался весь бизнес Вита. Теперь, когда Майкл становится доном, эти понятия исчезают. Бизнес для Майкла начинается с устранения всех, даже потенциальных предателей снаружи и внутри семьи. Майкл готов на убийство члена семьи, если ему оно кажется необходимым. Он приказывает убить мужа сестры, так как тот заключил выгодную для себя, а не для семьи Корлеоне, сделку на стороне. Майкл открыто заявляет, что не намеревается вести бизнес так же, как его отец. Его политика будет другой. Главной его задачей станет перевести дело семьи в легальное поле и обустроить спокойную жизнь, обеспечить будущее своих детей. Майкл хотел сделать это легальным путем с самого начала, но жизнь вынудила его вступить в семейный бизнес. Теперь пути Майкла к законности будет проходить через криминальные перипетии. Майкл должен будет служить не только своим интересам, но и интересам семьи Корлеоне. Образ мышления Майкла, который сформировался у него до этого момента, будет не помогать ему, а создавать препятствия. Какие именно, увидим во второй части трилогии. Майкл перевозит всю семью из Нью-Йорка в Неваду. Проблемы и неразрешенные внутренние противоречия Майкл также забирает с собой. За несколько лет Майкл вышел на такой же уровень власти и влияния, каким обладал его отец. Весь бизнес сосредоточен в его руках. Даже его сестра теперь должна записываться к нему на прием, чтобы увидеться с ним. А где Майкл? Мне нужно с ним уладить кое-какие дела, а в очереди я ждать не могу. Сначала повидайся со своими детьми. А уж потом волнуйся, как бы не стоять в очереди к брату. Хотя остальные стоят. Майкл упрекает сестру в том, что она не уделяет внимания своим детям. А ты детей когда видела? Твоего старшего сына Виктора арестовали в Рино за воровство, но ты об этом даже не знаешь. Майкл! Но по сути Майкл делает то же самое. Как мой мальчик? Купил что-нибудь на Рождество? Да, конечно. Что ты купил, чтобы я знал? Маленькую машинку с электромотором, в которой можно кататься. Милая штука.
Майкл настолько поглощен ролью лидера семейного бизнеса, что на роль отца и мужа времени не остается. Майкл действительно вкладывает много сил в развитие бизнеса и пытается сделать его легальным, чтобы в будущем за его детьми и внуками не тянулся шлейф преступного происхождения. Но делая так много для семьи, Майкл не уделяет времени ни жене, ни детям, и они чувствуют, что он отдаляется. Это совсем не похоже на ситуацию, которая сложилась у Вита. Да, Вита также не посвящал жену в дела бизнеса, однако они были близки, и жена Вита, Кармела, полностью доверяла мужу. Кей не доверяет Майклу полностью и начинает бояться его. Такая семейная жизнь напоминает ей ловушку. Том, я хотела на неделе свозить детей в Новую Англию. Придется отменить. Я стала заключенной, так? Мы смотрим на это иначе, Кей. Но очень долго Майкл не обращает на это внимания. Перед ним задача сделать свой новый игорный бизнес законным. Майкл вкладывает деньги в благотворительность. Мы также благодарим эту семью за щедрые пожертвования во благо штата. И хочет легально приобрести лицензию на казино. Коррупция в лице сенатора Гири не дает ему это сделать. Вы сможете переоформить лицензию. Цена 250 тысяч плюс ежемесячно 5% от валового дохода, но со всех четырех отелей, мистер Корлеоне. Лицензия стоит 20 тысяч долларов, я прав? Все верно. Так зачем же мне платить вам больше? Потому что я хочу взять вас в тиски. Не нравится мне ваш брат, который приезжает в наш девственный чистый край со своими зализанными прическами. В этих шелковых костюмах и выдает себя за приличного американца. Майкл не принимает предложение сенатора. Он не хочет терпеть ситуацию, в которой кто-то будет помыкать им. Для него привычна ситуация, в которой управляет он. Майкл шантажом заставляет сенатора отступить. В этом прослеживается некая закономерность. Майкл делает попытку узаконить бизнес, кто-то стоит у него на пути и не позволяет это сделать. Тогда в ответ Майкл мстит. Майкл поступает так несколько раз, и каждый раз его попытка легализовать бизнес успешна лишь отчасти. Криминальная составляющая по-прежнему занимает в жизни Майкла много пространства. Он не может вырваться из порочного круга. Мы уже увидели, что Майкл никого из внешнего мира не рассматривал как союзников, поэтому и его семья, и его бизнес основываются на недоверии. Подозрительность Майкла обостряется после покушения. С этого момента Майкл будет пытаться выяснить лишь одно – кто его подставил. Еще никогда Майкл так остро не ощущал предательство и распад семьи. На пути Майкла встречается все больше и больше проблем. Предателем в итоге оказывается брат Майкла – Фреда. Я знаю, что это был ты, Фредо. Ты разбил мне сердце. Фредо вступил в союз с конкурентом Майкла Хайманом Роттом и передал ему личную информацию о Майкле, используя которую Ротт и смог совершить покушение. Фредо трудно заподозрить в злом умысле против Майкла. На протяжении всей истории Фредо представляется самым слабым из всех братьев Корлеоне, и поэтому ему в бизнесе отводятся менее сложные задачи. В отличие от других братьев, Фредо недостает хватки и смекалки, поэтому он не врал, когда сказал Майклу, что не знал, к чему приведет сделка с Роттом. Я не знал, что планируется покушение, Майк. Богом клянусь, о покушении я не знал. Майкл не замечает, что в этой ситуации виноват он сам. После того, как Майкл стал доном, он мог бы пересмотреть свое отношение к брату, сделать его полноценной частью бизнеса. Но Майкл продолжил линию отца, поэтому Фредо был неудел. Это породило Фредо зависть к Майклу, и сделка с Роттом показалась ему выгодной. Он сказал, что я тоже получу долю. Она будет моей. Я всегда о тебе заботился, Фредо. Заботился? Ты младший брат, и ты обо мне заботился? Ты об этом задумывался? Хотя бы раз задумался об этом? Я твой старший брат, Майк, а через меня перешагнули! Папа так хотел. А я хотел по-другому! Фредо вряд ли бы поступил так снова, так как все-таки понял свою ошибку. Но Майкл не смог простить предательство и приказал убить Фредо. Образ жизни, который избрали Фредо и Майкл, таков, что в нем редко есть второй шанс, а ошибка стоит жизни. Но можно вспомнить также и то, что Фредо уже был дан второй шанс. В первой части Фредо пошел на сделку с Мо Грином, которая противоречила интересам семьи. Фредо, ты мой старший брат, и я тебя люблю. Но никогда не вставай на сторону тех, кто идет против семьи.
По уровню жестокости и беспощадности Майкл многократно превзошел Вита. Майкл убирал на своем пути всех врагов, даже если врагом оказался его брат. В краткосрочной перспективе это помогло Майклу укрепить позиции семьи в криминальном мире. Но в долгосрочной перспективе семья Корлеоне, в которой каждый член семьи отдалился друг от друга, оказалась изолированной. Такое положение для Майкла не было эффективным. Отсутствие нужных связей препятствовало легализации его бизнеса. Конец второй части трилогии во многом схож с первым. Майкл использует уже знакомый метод, отдает приказ убить тех, кто не хочет вести с ним бизнес на его условиях. Майкл устранил предателей, но помогло ли ему это укрепить семью? Нет. Эти ситуации в другой форме повторили порочный круг, в котором Майкл находился до этого. В представлении Майкла ситуация разворачивалась следующим образом. Он проявлял преданность семье, вкладывая много времени в бизнес, но семья отстранилась от него. Майкл, как он думал, поддерживал Фреда, но тот его предал. Майкл заботился о жене и о детях, но жена предала его, когда захотела уйти и сделала аборт. Ты и я будем жить дальше. Майкл, как же ты слеп? Не было никакого выкидыша. Я сделала аборт. И наш брак теперь подобен аборту. Он стал нечестивым и порочным. Я не хочу от тебя сына, Майкл. Это был сын. Сын, но я убила его, потому что всему этому нужно положить конец. Майкл отказывается верить, что его старания, направленные на укрепление семьи, оказали противоположный эффект. Не хочу об этом слышать! Не хочу об этом слышать! В итоге ни попытки сделать бизнес легальным, ни попытки укрепить семью не увенчались успехом. Майкл снова и снова обещал себе и окружающим, что изменится, но не делал этого. Я хочу измениться, и я изменюсь. Во мне достаточно сил, чтобы измениться. Это привело Майкла к одиночеству, уже привычному для него состоянию. Спустя 20 лет Майклу наконец удалось легализовать большую часть своего бизнеса. Он жертвует огромные деньги на благотворительность через собственный фонд, названный в честь отца. Майкла награждают орденом Святого Себастьяна за вклад в церковь. Майкл стремится взять под контроль компанию по недвижимости. Ну и в этот раз Майкл сталкивается с коррупцией. Теперь уже внутри церкви. Люди, с которыми он сотрудничает, хотят использовать крупные инвестиции Майкла, чтобы прикрыть ими собственные махинации. Майкл объявляет, что распускает свой игорный бизнес. После этого, как и во второй части, на Майкла совершают покушение. Еще до этого Майкл был жестоким, беспощадным и чувствовал, что был предан семьей. На этом этапе своей жизни главное чувство для Майкла – это сожаление и раскаяние. Майкл просит прощения у жены, и спустя много лет они приходят к примирению. Я хочу, чтобы ты меня простила. За что? За все. Майкл хотел, чтобы его единственный сын окончил юридический факультет и стал адвокатом. Но Энтони желает стать артистом. Внутренне Майкл сопротивляется, однако дает сыну свободу. Он хотел, чтобы дети не участвовали в преступном бизнесе. И теперь он держит слово. Я пригласил вас отпраздновать дебютное выступление моего сына в оперной постановке. Майкл раскаивается за то, что убил Фреда, и исповедуется. Я предал жену. Я предал самого себя. Я сам убил и приказывал убивать другим. Я приказал убить своего брата. Он причинил мне боль. Я убил сына своей матери. Я убил сына своего отца. Твои грехи ужасны, и ты справедливо страдаешь. Ты можешь спасти свою душу. Хотя я знаю, ты в это не веришь и не изменишься. Несмотря на изменения, привычные для Майкла ситуации и чувства снова повторяются. С самого начала Майклу было свойственно одиночество. Он стремился принимать решения самостоятельно. Своим поведением он не притягивал, а отталкивал людей. Также Майклу свойственно чувство отверженности. Он, как ему казалось, прилагал усилия для воссоединения семьи, но семья все равно распалась. Кажется, будто жизненные обстоятельства Майкла были такими, что они оставляли ему выбора и мешали построить счастливую и спокойную жизнь. Но так ли это? А что, если Майкл в своей жизни был не следствием, а причиной? Что, если он моделировал похожие ситуации, чтобы прожить привычные эмоции, пусть и негативные? Например, в отношениях с женой он сам отдалился от нее, чтобы чувствовать себя одиноким. Ведь позиция аутсайдера в семье была ему привычной. Причина, по которой Майкл не мог изменить
измениться и выбраться из порочного круга, заключалась как раз в том, что каждый раз Майкл сам возвращал себя в привычные ситуации. Подобное часто случается и в жизни. Например, в паре один из партнеров может часто обижаться на другого, иногда без видимой причины, чтобы таким образом привлечь к себе внимание и манипулировать с помощью чувства стыда. В таких отношениях ссоры возникают на одной и той же почве, потому что партнеры стремятся пережить привычные эмоции. Это может звучать странно, однако даже в такой ситуации у каждого участника конфликта есть неочевидные преимущества. Человек, который нуждается во внимании, получает его и таким образом чувствует себя важным. Обиду он использует просто потому, что уже привык к ней и не знает другого способа стать значимым. Чем дольше мы находимся в таком состоянии, тем сложнее из него выбраться. То же самое происходило и с Майклом. В одиночестве для Майкла есть неочевидные преимущества. Когда он один, он несет ответственность только за себя. Это как раз то, чего он хотел в начале своего жизненного пути – построить жизнь отдельно от семьи. Даже несмотря на то, что одиночество заставляет его страдать, Майкл возвращается к нему, потому что оно для него привычно. Он мог избежать этого, если бы помирился с братом, уделял больше времени жене и детям и не шел на поводу у людей, которые играли в преступные игры. Но Майкл не простил брата, отдалился от своей семьи и сам выбирал таких людей, сотрудничая с которыми легализовать бизнес полностью невозможно. Майклу привычно ощущение, что большинство людей вокруг – предатели. В таком случае было бы логичным таких людей избегать. Но Майкл ведет дела с людьми, которые потенциально могут представлять для него опасность, чтобы вновь пережить привычное чувство, что он был предан. В каждой из этих ситуаций Майкл предпочел уже привычный для себя путь, поэтому разорвать порочный круг не вышло. Майкл считал, что его втягивают в преступный мир, но на самом деле он сам вступил в него. Я решил, что вырвался. Но меня тут же втащили обратно. Даже когда Майкл отходит от дел и передает правление племяннику, он отдает ему приказ отомстить, то есть снова повторяет привычную для себя схему действий. Несмотря на то, что все члены семьи думали, что Майкл больше всего похож на отца, таким как Вита Майкл не стал. На своем пути Вита не утратил способность сострадать, хоть и был жестоким человеком, но по сути Вита был исключением. В жизни мафии царит жестокость и беспощадность, и только Вита к концу жизни не растерял способность сострадать, несмотря на тяжелый жизненный путь и большой количество жестокости. Вита стремился сближаться с людьми, Майкл отдаляться. Однако, есть что-то, что все-таки отличает Майкла от других гангстеров. Это раскаяние. Редко, когда в гангстерском фильме мы видим героя, который сожалеет о том, что сделал. Страдания, которые Майкл причинил другим, многократно приумноженные, возвращаются к нему. Его дочь Мэри убивают. К концу жизни Майкл осознал свои ошибки, но исправить их было уже невозможно. Майкл возвращается к привычному чувству – одиночеству. История Майкла Корлеоне наглядно показывает нам, как человек способен сам себя загнать в ловушку. И относится это не только к гангстерам. Такие ситуации происходят и в нашей жизни. Майкл стал лидером преступного клана, но было ли его правление эффективным? С точки зрения расширения власти, определенно да, но с точки зрения коммуникации нет. С самого начала Майкл не хотел становиться частью семьи и нести за нее ответственность, поэтому моделировал такие жизненные ситуации, в которых близкие люди отдалились от него. Майкл привык чувствовать себя одиноким и непонятым в семье. И в конце жизни, пройдя долгий путь, он вернулся к этому состоянию. Майкла часто предавали, но в случае с братом причиной предательства был он. Большинство проблем в своей жизни он создал себе сам. У Майкла был шанс измениться, но жестокость и ощущение враждебности внешнего мира затуманили его взгляд. Защищая семью, Майкл потерял все. Он понес наказание за страдания, которые причинил другим. Кем все-таки был Майкл? Злодеем или трагическим героем? Решать вам. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.